У вас есть постоянная работа? Я думал, что это постоянная работа. Отвечайте точно, Бродский. Я писал стихи, я думал, что они будут напечатаны, я полагаю. Нас не интересует, я полагаю. Отвечайте, почему вы, Бродский, не работали? Я работал, я писал стихи. Ваш трудовой стаж? Примерно. Нас не интересует примерно. 5 лет. Где вы работали? На заводе, в геологических партиях. Кем вы работали на заводе? Фрезеровщиком. Скажите, а вообще, Бродский, какая ваша специальность? Поэт. Поэт-переводчик. Да кто признал, что вы поэт? Кто? Кто причислил вас к поэтам? Никто. А кто причислил меня к роду человеческому? Вы учились этому? Чему? Да чтобы быть поэтом. Вы не пытались кончить вуз, где готовят, где учат? Я не думал, что это дается образованием. А чем же, Бродский, чем? Я полагаю, что это от Бога.